В Ульяновской области завершилась муниципальная неделя. В течение 7 дней представители органов государственной власти встречались с общественностью районов и муниципальным депутатским составом. Центральная тема обсуждений – параметры бюджета, а также исполнение партийных проектов. Нам удалось сформировать очень понятные цели, задачи и перед властными структурами, и это стало хорошо понятно и населению. Нам удалось, на мой взгляд, объединить совместные усилия и поселенческой, и муниципальной, и региональной, и федеральной власти для решения тех проблем, с которыми люди сталкиваются. На мой взгляд, удалось реализовать очень важное направление, которое я бы так назвал – вовлеченность и чиновников, и депутатов в те проблемы, которые сегодня стоят перед той или иной территорией или перед конкретной семьей или человеком. Основными проблемами муниципальных образований оказались перебои с водой, обеспеченность лекарственными препаратами и состояние дошкольных образовательных учреждений. Муниципальная неделя будет проходить последние 7 дней каждого месяца. В рамках выездных мероприятий представители органов власти будут встречаться с трудовыми коллективами, местными общественными палатами, некоммерческими организациями и обсуждать актуальные проблемы. Андрей Творгов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.